Начну свое выступление с того, что хочу выразить благодарность Екатерине вам в том, что вы закладываете в нас знания, делаете нас лучше, и сейчас мы применяем активно свои знания на практике. Значит, рассказываю всем, что я учитель начальных классов, работаю, продолжаю работать, у меня третий класс, и почему я обратилась вообще к Екатерине. Я хотела выйти на новый уровень, на новый доход дополнительный. Очень тщательно искала себе как бы наставника через Инстаграм, и как раз-таки появилась Екатерина. Мы связались с ней, уточнила информацию, куда бы, на какой курс мне сначала пойти. Как раз-таки это был данный курс, именно курс репетитора онлайн. Что же я узнала из данного курса? Это мир Zoom, правила пользования и другие платформы для проведения уроков. Далее это сайты-помощники для создания онлайн-уроков, и которые мы также на этих платформах свои занятия разрабатывали. И узнала, как привлечь клиента и думать как предприниматель. И правила общения с родителями. Тоже мы это все проговаривали. И что же на курса получила? Сейчас у меня 2 ребенка на онлайн-формате, запрос выполнения домашнего задания. Опять же, эти родители были обращены ко мне через сайт на Авито, и я сразу же продала абонементы, ну, как бы завлекла своими замануфчиками Екатерина, которая рассказывала, скидочками, дополнительными бесплатными уроками. И вот сейчас у меня доход вышел 27 тысяч за 2 детей за абонементы. Вот. Так что, Екатерина, спасибо вам. Если бы не вы, я этого бы ничего бы не получила.